на ремонте. Вот такой большой телевизор Sony Bravia, значит, с диагнозом, модель. Значит, модель KDL40U2000. Вот так вот выглядит. При нажатии на кнопку включения, зелененькая кнопка, зелененькая загорается, и потом клац, и начинает моргать красная кнопочка. То же самое происходит при, ну, сейчас при нажатии на пульт. То же самое было происходило, но когда уже красный начинает моргать, перестает реагировать. Будем смотреть один из вариантов по питанию проблемы. Для этого нужно разобрать. Переворачиваем и смотрим. Надо снять заднюю крышку. Итак, после того, как по периметру открутили все винты, поднимаем крышку, вот она сбоку. И у нас появляется плата, которую необходимо рассмотреть. Но суть в том, что, значит, когда вот эта плата, которая со светодиодами мигает, если посчитать количество миганий, там он показывает код ошибки. Мигает, загорается красным, сначала зеленым, потом красный светодиод. И вот он 4 раза мигает, пробел. 4 раза мигает, пробел. 4 мигания — это проблема в подсветке. То есть тут проблема, можно открутить вот этот защитный колпак. Значит, проблема или в драйверах, которые дают питание, или в самих лампах подсветки, светодиодных там или люминесцентных. Но проверить это непросто. То есть нужно тогда добираться до самих ламп и проверять работоспособность ламп. Если лампы целые, значит, драйвер. Какой из них вышел из строя, тут сложно проверить, потому что сама плата управления при включении сначала опрашивает, все ли нормально. Если не нормально, то уходит в защиту. И, ну, все непросто. Теперь нужно думать, как решить проблему и выяснить, какая же, что вышло из строя, или светодиоды, или драйвера. Ну, будем разбираться. Ну что же, при более тщательном рассмотрении было замечено, что на плате здесь есть 3 предохранителя. Вот один предохранитель F0 01, вот белый. Вот второй предохранитель F002. И вот подозрительный, такой голубого цвета, F003 на 0,5 ампер. Здесь на 10 ампер, а здесь на 0,5 ампер, и он сгоревший. Ну, начнем с того, что заменим его и посмотрим, чем все закончится.